Приветствую вас, уважаемые пользователи! Сегодня мы рассмотрим несколько способов, как перенести изображение с телефона Android на iPhone. В качестве первого способа рассмотрим использование хранилища Google. На Android открываем приложение Google Диск, нажимаем на значок «Добавить», выбираем опцию «Загрузить» и выбираем необходимые файлы. Теперь на iPhone также открываем данное приложение, заходим в ту же самую учетную запись Google и видим все необходимые файлы. Скачать их на устройство не получится, однако мы можем активировать у файлов опцию «Включить офлайн доступ». Теперь эти файлы будут доступны даже при отсутствии интернета, в то время как изображения, у которых данная функция отключена, посмотреть уже не получится. Кроме этого, можно также воспользоваться облачным хранилищем iCloud. Для этого предварительно копируем изображение из памяти телефона Android на компьютер. Далее открываем в браузере страницу iCloud.com и входим в свою учетную запись Apple. Теперь выбираем раздел «Фото». Здесь нажимаем на значок «Загрузить» и указываем файлы, которые хотим сохранить в облако. Теперь при подключении iPhone к сети данные будут автоматически синхронизированы и появятся в галерее устройства. Еще один возможный способ переноса данных – это обращение к сторонним приложениям. К примеру, можно воспользоваться приложением Send Anywhere. Устанавливаем и запускаем его на обоих устройствах. На исходном телефоне Android выбираем файлы для передачи на iPhone и нажимаем кнопку «Отправить», после чего появится цифровой код. Теперь на iPhone переходим на вкладку «Получить» и вводим данный код. Через несколько секунд выделенные фотографии будут скопированы на iPhone. Теперь можно открыть галерею и посмотреть их. Если вы ищете простой и удобный способ управления файлами на iPhone, то в этом вам поможет программа Tinashare IKEA Phone. Она позволяет легко перенести любые данные на iPhone. Заранее сохраняем необходимые изображения с Android в папку на компьютере. Подключаем к нему iPhone и запускаем программу. В главном меню переходим на вкладку «Управление» и по умолчанию оказываемся в разделе «Фото». Нажимаем опцию «Импорт» и выбираем файлы, которые хотим загрузить на iPhone. На самом iPhone также открываем приложение IKEA Phone, и через несколько секунд файлы будут скопированы в память телефона. Вы можете выбрать для себя тот способ, который подходит именно вам. Ну а мы на этом прощаемся с вами. До новых встреч!